Здоровый интерес к российским выборам и нездоровое желание обязательно рассказать о нарушениях, подлогах и так далее порождает волну фейков. От добросовестного заблуждения до намеренного вброса один шаг, показали ульяновские реалии. Представители одной из партий увидели, как члены одной из участковых комиссий вычеркивают из бюллетеня данные кандидатов, которые выбыли из предвыборной гонки. По некоторой информации, именно сегодняшней ночью будут на участках происходить некоторые вещи, связанные с корректировкой результатов выборов. Авторам ролика удалось попасть в помещение, где работала комиссия. Я подошла, сказала, что у нас проводится работа с документами. Вот это были представители КПРФ. На мои доводы они никак не отреагировали, продолжали также себя безобразно вести, пытаясь ворваться в помещение. После разъяснений проводившихся действий претензий у снимавших к членам комиссии не осталось. Однако на следующее утро ролик всплыл в Ютубе, после чего председатель комиссии написала заявление в Следственный комитет. А это еще одно видео с якобы нарушением. Что за манипуляции в кадре? Неужели вброс или подмена бюллетеней? На самом деле не то и не другое. Параллельно выборам в Ульяновске собирается предложение главе города. После голосования за кандидатов каждый желающий может написать наказ Дмитрию Вавилину и опустить в ящик, напоминающий избирательный. Он находился на окне возле входа, никак, даже не на участке. Да? Вот. Во-вторых, естественно, там видно, что это другой ящик, не относящийся, хоть он и похожий, не относящийся к избирательному процессу. Такой ящик есть в каждом здании Ульяновска, где проводится голосование. В результате просмотра видеозаписи видно, что волонтеры не подходили к ящикам для волеизъявления и уж тем более не приближались к сейфам с сейф-пакетами. Так что очередное желаемое, выдаваемое за действительное, рассыпалось под весом аргументов. Кстати, фейки мешают отслеживать нарушения реальные, а они, как ни крути, все-таки есть. По каждому случаю работают целые комиссии. О некоторых нарушениях мы расскажем чуть позже. Не переключайтесь.